И он начал отмечаться давно, когда было создано ФИДЕ. ФИДЕ – это что у нас? Международная шахматная федерация. Да. И была создана федерация, которая делала турниры, организовывала турниры, потому что раньше турниры они организовывали спонтанно, то есть просто собирались люди, были... Сейчас у нас бар для того, чтобы выпить. Раньше были бары для того, чтобы собраться и поиграть в шахматы. И вот в таких барах шахматных устраивались турниры. Конечно, говорят, что шахматы не азартная игра, но там у них была азартная игра. То есть люди таким образом зарабатывали себе на хлеб деньги. И даже ведущие такие шахматисты, чемпионы мира, они тоже, вот Пол Морфи и Стейниц, они все участвовали в таких турнирах. Вот. Потом была создана шахматная федерация, и уже шахматная федерация начала заниматься созданием турниров, созданием призовых фондов, и сейчас чемпионат мира тоже шахматная федерация организует. На чемпионате мира можно заработать 1,5 миллиона долларов. Вот. То есть призовые фонды стали очень огромные. То есть шахматы могут быть не только любимым видом спорта, но еще и любимой работой, то есть заработком. Но это нужно очень много вкладывать и силу, и желание, чтобы у вас было такое огромное. Вот. Я тоже вас присоединяюсь, поздравляю с этим днем, потому что он касается всех нас, всех любителей. Вот, а вас особенно, потому что вы только встали вот на шахматный путь, у вас еще все впереди. Я вам желаю самых таких незабываемых побед, чтобы они запомнились вам на всю жизнь. Сегодняшний наш турнир мы первый раз попробуем, потому что в шахматном клубе у нас нету компьютера. Сейчас у нас есть компьютер, мы попробуем провести по швейцарской системе 5 туров. На партию вам будет 20-25 минут. Думаю, достаточно для того, чтобы сыграть. Если за это время вы еще не сыграете и не будет результата, тогда уже мы будем присуждать. Ну, то есть по количеству забранных фигур. Понятно, да? Ну, это уже такие бывалые шахматисты, потому что всем все понятно. Значит, я сейчас делаю жеребьевку, вы рассаживаетесь, говорю, кто какими, кто белыми, кто черными, и играете. Потом он сам будет, не я буду называть, кто белый, кто черный, то есть компьютер будет генерировать каждый тур.